Теперь узнаем, сколько может заработать маг-зачарователь, то есть маг, который покупает незачарованные предметы, находит или покупает камни душ, зачаровывает предметы и продает их, и получает прибыль. На начало этого эксперимента у меня нет ни одного предмета и ни одного камня душ, есть только оборотные средства, все те же самые 100 тысяч. Приступаю, понеслась. Got some good pieces out here if you're looking to take a look. Don't forget to check. Теперь к магам Винтерхолда, у них больше всего камней душ, скорее всего. Маги. Торгуем. Why are my research materials? Spells and incantations for those with a talent to cast them. Здесь же я и буду зачаровывать. Сразу на второй этаж. Там у нас есть зачаровательница. Где она, кстати? Вот она. Нет, вот она. Раз. Два. Да что такое-то? Серебряные мечи. Так. Два у меня осталось меча. И последний меч. Ну и один камень душ я просто продам, чтобы не возиться, где я тут буду. Или если у кого-нибудь есть предмет на продажу.
are one of the few things that keep us in touch with the rest of Skyrim. Посмотрим, если один предмет еще попадется. Why are my research materials? So you wish to master the arcane arts? Я хочу тебе продать кое-чего. Тебе не продашь ничего, столько денег у тебя нет просто. Надо купить. Это мне не хочется покупать. Так. $1600 у тебя. Вот, забирай. Until next time. I think we could blow up half of East. Да, это энчантер, я с ним уже говорил, почему-то не торгует ничем. Феральда, где? Где Феральда? Нет Феральда. А вот Феральда. Тофдир is master wizard. Take a look. Конечно, у тебя не зачаровано, ничего нет, да, все зачаровано, разумеется, да. 1500 у тебя, как и у всех. Хорошо. Мне надо на 164 что-нибудь у тебя купить. Ну, давай этот возьму. All right, then. Так, побежали дальше продавать. Ну, обратно в Вайтран. Take a good look around. I'm sure you'll find what you're looking for. Good to see you. Bows and arrows for the mighty. Ну дай мне какой-нибудь кинжальчик там, что что-нибудь дешевенькое. Ну такой мне не нужен, дорогой. Ну подойдет. Так, теперь я тебе, значит, продам зачарованное. А вот, можно продать. Забирай. Thank you very much for your business. У тебя должно быть денег дофига. Ну-ка. You're someone who can get. Take a look. Так, 800. Но 800 у меня ничего нет. Ну ладно. Don't forget to check inside the shop if you need anything. I don't claim to be the best. Welcome to Warmaid. Looking to protect yourself or deal some damage? But now he's dead. All I ask is 2500 у тебя. Так, на 900. Ничего нет у меня на 900. Good doing business with you. Ну, надо что-то делать. We've got small weapon. Looking to protect yourself or deal some damage. Так, что у меня есть минимальное тут продать-то тебе? Ну вот, 1600, у тебя 900. Мне надо на 700 что-то у тебя купить. Ну ладно, возьму вот это. Так, две у тебя. Вот, забирай. Угу. К Беллатору тогда. Got something for just about everybody in here. Give a you and me.
Oh, a bit of this and a bit of that. 2250 у тебя, ну это кое-что. Do come back. Don't think you can barter. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. What do you need, my friend? So you're interested in my potions and ingredients? Так, купи мне кое-чего. Две тысячи у тебя есть, отлично. Come back anytime if you need a remedy. Так, тогда, пожалуй, Виндхельм. Там, потому что и зачаровательница есть, и продавцы. Все, что мне нужно. Мне надо зачаровать последний предмет, который я купил, не зачарованный. Меч там какой-то. И продать все, что у меня осталось. What do you want? Take a look. 2650 у тебя просто прекрасно. Whether it's armor you need or a new blade, come see me. Так, зачаровать последний меч. Зачаровать последний меч. I'd travel more, but who wants to deal with all the soldiers these days? It's so bright out here. I don't know how you stand. И теперь продать все, что осталось продать. Thank you for your custom. Now here's a woman I'm glad. Take a look. Так, тысяча у тебя только. Это ты купишь, купишь. Good day to you. А у тебя чего? You need anything? Come. Oh, a bit of this and a bit of that. Тоже тысяча. Так это я не могу, но я тут на сдачу кое-что наврал. Скролзов. Ну-ка, купи у меня скролзов. Be sure to stop by Sadri's used what? Ну и к алхимисту, что он сможет у меня купить. Let me know if you see anything you like. I have a lot of respect for Ambaris, friend R. Good day, friend. His views are a little extreme. So, you're interested in my potions and ingredients? Так, ну, 34 это ерунда. Забирай. Mm-hmm. Так, ну и что, все я продал. Все продал. Так, ну мне выйти не дают, тогда я здесь закончу эпизод. Вот у меня получилось. Я заработал 16686 денежных единиц. И сейчас посчитаю, сколько времени у меня на это ушло. А ушло у меня на то, чтобы добыть вот эти самые 16686 вьетнамских тугриков, 13,5 минут, что означает абсолютный рекорд, более чем 74 тысячи вьетнамских тугриков в час.